Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Crysis 3. Основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Понятно, нам нужно подвигаться. Нормально. Насколько я помню, здесь у нас несколько... Сектор 1, дельта 0. Тихо. Это как раз то, про что он и говорил. Сектор 1, дельта 2. Нормально высунулся. Короче говоря, в чем суть дела? В том, что здесь... несколько установок, стреляющих на любое движение. Нам нужно прятаться от них. Вот так, надо валить, короче. Куда-нибудь вот сюда. Отсидеться. Периметр, зона отчуждения. Пушки на высотках, стреляющие на любой шум. И мы, которые должны пройти это поле. Я думаю, это будет довольно непросто, но при этом интересно. Это, кстати... наши первые шаги внутри периметра. Ты смотри, как шарашит. Так, хорошо. Пока что вроде никого не видать особо. Он так и будет утюжить, похоже, это место. Вот, все, пошли. Здесь у нас, я так понимаю... Здесь никого. Хорошо, спрятались. Продолжаем искать. Так, ближайшая точка у нас... В принципе, вот сюда. Спрячемся мы где-то. Выглядит, конечно, это все обалдеть как. Давайте-ка мы уйдем под воду. Так, опасно. Офигеть. Блин, это была ошибка. Фух, хорошо. Как-то это было слишком уж экстремально. Надо поспешать. Энергии сейчас, по ощущениям, где-то раза в два медленнее тратится, но все равно. Зато пространство увеличились. Да, лупит только так. Хорошо. Давайте осмотримся. 29 метров туда, 130 туда. Пойдет. Так, подпитались. Вперед. Блин, ну это круто. Именно то, чего не хватало второму Крайзису, это свежие идеи. Здесь что-то такое необычное. Согласитесь, такое не каждый день увидишь. Так, 13 метров рванули. В схрон нельзя. Приоритет сектора 1, дельта 6. Сильный противник. Окей. Это не оно. Такое ощущение, что сюда сейчас выдвинутся силы противника еще. Видимо, нет. Так, ну не застревает, елки-палки. Давайте теперь по новому складу восстановим, потому что... Трава, конечно, просто лучшая в жанре. Это... Ну, просто интересно выглядит. По нам уже утюжит. В принципе, тут мы, я думаю, в безопасности сравнительной. Пока что почему-то больше всего по ощущениям это похоже на Half-Life 2. То есть такой постапокалипсис, но видно, что ничего прям дико страшного для планеты не произошло. Аккуратно. Те самые щупальца. Так, пролезем. Фу, пушка разрядилась, я так понимаю. О! Черт!
Оружие цепов. Неважно, мы не можем это использовать. Точно не можем. Я бы сказал, можем. Пушка перезарядилась. Плохо. Ну, аппарат серьезный, судя по всему. Первый пошел. Как ты из этого стреляешь? Я могу. Запросто. Так, отсюда войдет, нет? Нет, не войдет. На перезарядку уходит много времени. Неподдерживаемое снаряжение обнаружено. Внимание. Ну, на самом деле очень даже поддерживаемое. Добрый день. Так, а здесь же еще можно как-то с разбегу приседать, и таким образом у нас будет скользить по земле. Надо будет вспомнить эту деталь. Так, ну и... Ну и окей. О, хорошо рвануло. Круто! Ну да. Хорошо. Ты привлек внимание СЛ. Предлагаю немедленно выдвигаться. Это было круто. Вообще. И вообще вот это вот... Сообщите, где находитесь. Надо объединиться. Вас понял. Вот этот вот голос такой металлический, зачитывающий инструкции силам противника, это все именно похоже на Half-Life 2. Как-то такое у меня легкое ощущение дежавю. Так, хорошо, куда я пошел вообще? Зачем я сюда пошел? Просто осмотреться? Там вроде более-менее спокойно. Так, получается у нас на троечке... А, мы ее выкидываем чуть что. Ну, не сказать, что она нам дико нужна. Но пока что походим с ней. Минное поле. Плохо. Ну, нормально. Так, все, безопасно. Кажется, там точно никого нет. Судя по всему, никого. Не, ну этот вид, конечно, дорогого стоит. Неприятель не видать, не замечено. Странно. Я думал, они более оперативно работают. А вот и они. Стрелок 2-1, это командир. Эфир указывает на присутствие противника, как поняли. Слышу хорошо. Входим в зону, прием. Команда Чарли ведет. Эти электрострелы могут подсветить большую территорию. Опробуй их на том озере. Ну уж не подсветить, наверное. А, током шарахнуть по площади могут. Я так понял. Я так думаю. Уровень угрозы повышен. Так, сила натяжения самая сильная, слабая, средняя. Боеприпасы. Ух ты. Электронаконечник оглушает крупные объекты с антиматерией, разрывной, как у Рэмбо, супертермитный. Прикольно. Внимание. Основной ресурс уничтожен.
Сейчас испробуем. Не, ну ощущение от всего этого, конечно, довольно свежее. Что-то среднее такое, да? Первый Crysis был про джунгли, второй Crysis про город. Здесь и того хватает. Что-то среднее такое. Так, все, подзарядились. Что-то я застреваю все, в чем только можно. Ну-ка попробуем. Хорошо, кратнуло. Никто не пойдет проверять. Надо было, конечно, чтобы вы сразу тут были вдвоем. Протокол безопасности выполняется. Так, ну давайте, наверное, воевать обычными наконечниками. Сейчас только маленько отдохнем. Свободен, ищите меня там. Внимание! Активность повстанцев на периметре. Да все нормально, не волнуйся. Внимание, пророк! Подкрепление СЭЛ уже в пути. А, понятно, вон оно как работает. То есть, если начинается паника, то присылают подкрепление. Значит, нужно этого не допускать. Хорошо, уходим. Где-то вот здесь посидеть стоит, я думаю. Так, а через траву тут видит, да? Это не первый Crysis. Окей. Спокойно, ребята. Со всеми подряд воевать уж не будем. Смысл-то в этом. Ищите меня там. Бойцы. Так, хорошо. Нам нужно двигать куда-то. Вон туда, к этому складу, похоже. В принципе, можно с ними воевать со всеми, но зачем? Это, по-моему, не круто. Сам трусишка. Так. Отсюда заметь, нет? Стрела пусть лежит, а мы пойдем. Внимание! Сброс оружия СЭЛ рядом с вами. Разведмаяк. Так, давайте тут присядем и поймем, что от нас хотят вообще. Отсюда пройдем, напрямик нет, интересно. Основной ресурс уничтожен. Похоже на то. Народ ходит. Обойдем по кругу. В общем, тревогу здесь вообще поднимать нельзя. Сразу приходит подкрепление, начинается там зачистка. Это нам не на пользу по-любому. Интересно, а можно одной стрелой двоих сразу пробить? Если, допустим, силу натяжения увеличить. Попробуем. Так, погнали.
Я думаю, это возможно. Они там уже пытаются открыть. Ну ладно. Удачи вам, ребята. Ну. Ладно, нельзя. А я думал, будет можно. Жаль. Первый. Второй. Это улучшение наше? Хорошо. На позиции. Что так, у вас? Пушку надо взять, пожалуй, это. Потому что она неплохая. Мне можно глушак поставить. Я думаю, даже так получше будет. Надо будет ту еще с рукояткой взять. Было. Так, вот такой Ironsight обычный. То есть, лук он, конечно, крутой, но это мне привычнее гораздо. Более универсальная пушка. Так, хорошо, теперь, чтобы прокачать навыки, нам что нужно? Сюда три, да? У нас один доступный. Ну ладно, подождем. Подожди, мы его точно взяли? Сейчас проверю на всякий пожарный, потому что я не удивлюсь, если я там что-то забыл. Да, вот. Что-то я не добрал. Прослушаем. Гигантские ульи цефов из галактики М-33 периодически выбрасывали корабли-семена для колонизации новых миров. Эти корабли содержат цефов, существа первой стадии развития, впервые встреченные на Лингшане. Первые сильны и высокоразвиты, но сильно зависят от корабля, на котором приземлились, и не подходят для долгосрочной колонизации. После приземления первичной целью цефов является сбор энергии. Для этого они применяют целый спектр технологий, для которых характерна генерация льда. Если бы мы только тогда знали. Набрав достаточной энергии, цефы стали несоизмеримо более серьезной угрозой. Если бы мы только могли остановить их тогда, перед второй стадией. Ну да, вторая стадия это была посерьезнее, конечно. Так, ну и что, теперь-то у нас все. Бежим. Чем мне нравился именно второй Crysis, тем, что там городские пейзажи были. Мне интересно такое окружение. Здесь, ну, как-то вроде тоже круто, потому что вроде и городские пейзажи, но при этом все настолько заросшее бурьяном, что изменилось до неузнаваемости. Так, куда мы приближаемся? Псих у нас там, да? На 80 метров в ту сторону. Да, ну выглядит все как надо. Не устаю повторять. Графон в игре прекрасный. Так, ты тут? Эй! Как ты нашел этот ствол? Это не важно. Надеюсь, ты знаешь, чем имеешь дело. Давай. Пройдем сквозь туннели в депо. Хорошо. Ущерб от падения. А ты, псих, как? Я-то спрыгну. Максимум защиты. Потерпи, я почти на месте. Понятно. Ну. С винтовкой тебе здесь, конечно, в закрытых помещениях, я думаю, будет очень удобно. Ты знаешь, это важно. О тебе и о костюме много говорят. Инопланетные модификации, эти видения. Люди даже не уверены, что или кто ты теперь такой. Во что ты веришь? Я здесь, так? Сильный удар. Так, понятно.
Это тоже никуда не делось. Игра вообще воспринимается по большей части как... как аддон к Crysis 2 с улучшенной графикой. Но, в принципе, с абсолютно таким же геймплеем. Это неплохо. Здесь нас, судя по всему, уже ищут. Ну что я делаю-то? Бля, прицел перекрывает половину экрана. Сам ты че шумишь? Слышали? Окей, встретимся на другой стороне. Не думаю, что они услышали. Походу, таки слышали. Так, ребятки. Офигеть вас тут. Один выдвинулся. Ну, это его проблема на самом деле. Так, пожалуй, нужно отойти. Восполнить энергию. Подготовиться к бою. И приступать. Спокойно. Что происходит? Я прыгаю. Я тебя прикрыл. Спокойно. Нам перекрывают кислород. Видят. Какие зорки тут они. Гранаты. Вот этого давно не хватало. О-о-о. Как и тебя-то не заметил. Так, народ идет уже. Хорошо, маленько пошумим. Свидания. Я прикрою тебя, пророк. Отдаем отсюда. Нормально. Не очень скрытно, да, получается? Но круто, по-моему. Здесь, по большей части, идет издевательство над противником, потому что, несмотря на то, что они крайне глупые, по сути, это по своей... наши способности делают из них просто каких-то беззащитных
Ягнят. Ой, пардон. Чуть не прибил. Валим. Думаю, они нас услышали. Думаю, да. Пусть такого-то. Что тут произошло, мать вашу? Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Я пойду наверх, посмотрю, что происходит. Это обязательно? Сейчас вот нам как раз до черных ящиков, да? Как тебя взять? Это прикольно. Долго мы не протянем! Чё, не готов? Его горло распороли нахрен! Оставаться в бою! Чёрт возьми! Уберите это! Стреляйте! У меня нет патрона! Стреляй нахрен! Стреляй! Стреляй! Готово! Ай, твою мать! Оставляй меня так! Сэр, оставили, походу. Да, грохнули. Понятно. Я чувствую сейфы здесь. Ну что, давайте на этом завершим эту серию. А в следующей, судя по всему, встретимся уже с нашими старыми знакомыми, которые являются, насколько я помню, гораздо более серьезными противниками, что в плане искусственного интеллекта, то и в плане боевой мощи, особенно их эти крупные товарищи. Но все это будет в следующей серии, надеюсь, вам понравилось. Мне пока что нравится абсолютно все. То есть игра такой крепкий, хороший середнячок. Звезд неба не хватает, но при этом достаточно круто выглядит и достаточно круто играется. Увидимся в следующей серии, с вами был Артур. Всего хорошего, пока-пока-пока.